Ресос на канале Asmod Replay. Мы играем в Warcraft 3 Хаос. Так, осада Ладорана у нас. Ну, давайте посмотрим, что у нас за осада Ладорана. Куда-то в другую сторону уже подзавернулся крестик-то. Что там не так? Повозки. Столько цепей, блин, там. Да. Уничтожать шаг за шагом надо. Волшебники Керентора. Я Артес, первый из рыцарей смерти великого короля мертвых. Я приказываю вам открыть ворота и склониться перед силой плети. Приветствую тебя, принц Артес. Как пожелает твой благородный отец? Он мертв. Лорд Антонидас, не нужно лицемерие. Мы ждали твоего визита, Артес. Волшебники создали ауру, которая уничтожит твоих мертвецов, если они попытаются подойти к городу. Твои фокусы не остановят меня, Антонидас. Отзови войска, или мы будем вынуждены показать свою истинную силу. Выбирай, рыцарь смерти. Я чувствую, что защитные ауры поддерживают трое волшебников. Если ты убьешь их, магия рассеется. Полегче! Я размышлял. Так. Дай еду. Угу. Так, ладно. Чего желает мой повелитель? А что у меня есть-то? Дайте посмотреть, оглядеться-то. Так, ладно. Это у меня еще не прокачано. Где прольется моя кровь? Трон у меня есть. Этого нету? Нету. Ваша воля исполнится. Да иду. Так, это у меня. Будем в защиту уходить пока что. Так, у нас с двух сторон тут всякая хрень. О! Ну-ка. Меня звали. Ну что еще? Я к вашим услугам. Никто не смеет мне приказывать. Угу. Подожди, сначала герои идут. Говори, что-то глупец. Не так. Да иду. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Такс. Постройка завершена. Я к вашим услугам. Полегче. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Ой. Я к вашим услугам. Что-то так. Не так. Ну что еще? Камень здоровья, давай-ка возьмем. Постройка завершена. Так, у меня появились. Оп. Я к вашим услугам. Антимагический эликсир. Да иду. Что-то не так. Да иду. Блин. Собирайте дерево. Приступаем. Также. Полегче. Меня звали. Кружите арабы. Пока без вас будем обходиться, вы пока дерево таскайте.
Свиток маны. Далеко тащит, кстати. Я жажду служить. Так, это-то у меня это есть. Жертвенник, я даже не знаю, обязательно мне или нет. Исполню с радостью. Никто не смеет мне приказывать. Меня звали? Полегче. Так, это у меня. Вот так вот. Наконец-то! Где прольется моя кровь? Нифига. Так, мне нужна паутина-то в любом случае. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Лавка гоблина. Во славу плети. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Постройка вот завершена. Следование завершено. Плети. Так, постройка завершена. Блин, я даже не помню, как нам захреначивать это дело. Честно скажу, не помню. Помню, что да, будут это потихонечку. Не-не-не-не. Нам без разницы. Говори, глупец. Наконец-то! Твоя душа принадлежит мне! Я заставлю тебя страдать! Исследование завершено. Ой. Исследование завершено. Так. Все, восстанавливаемся на своей земле. Деревья. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Ну что еще? Давай. Собирай дерево. Чего желает мой повелитель? Спящий пробудился. Да свершится предначертанное. Ну-ка, давайте-ка проверим. Постройка завершена. Нет, 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 без катапульты. А, катапульты есть у меня. Исследование завершено. Полегче. Ваш ход. Я жажду служить. Спящий. Склоняюсь завершено. Так. Чего желает мой повелитель? Не-не-не. Говори, глупец. Вот так вот. Ну что еще? Постройка завершена. Пойдем посмотрим. Так, мы сохранились? Сохранится, блин. Я говорю, я уж не помню, как тут хреначить-то надо. Постройка завершена. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Фростморн! Так, вот первый он. Во славу плети. Я к вашим услугам. На. Говори, глупец. Я размышлял. Исследование Давай завершено. По-быстрому. Ну что меня еще? Меня звали. Маг уничтожен. Первая аура рассеивается. Наконец-то. На, тихо. Исследование завершено. И не надейся на быструю смерть. Все. Все вот так и должно быть. Полегче. Во славу плети. Так, вы что, лес у меня там вырубаете? Правильно? И вы вырубаете. Так, а что у меня, кстати, в лавке гоблинов-то есть? Говори, глупец. Я размышлял. Давай посмотрим, что у меня там.
Так, вот здесь вот мне надо будет еще хрена. Исследование завершено. Чем постройка завершена. Свиток возвращения, свиток исцеления. Ну, кстати, вот у меня свиток маны есть. Вот свиток исцеления, свиток защиты мне. Исследование завершено. Все. Никто не смеет мне приказывать. Я думал, мины там. Фростморн жаждет крови. О, потерял одну. Нет, вы мне сейчас нужны будете. Вы уж извините, но вы мне нужны будете. Нужно больше золота. Да понимаю я. Нужно больше золота. Ну сколько на 250? Нужно больше золота. Так. Ладно. Говори, глупец. Поехали. Во славу плети. Ну что еще? Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Исследование завершено. Исследование завершено. Полегче. И в эту сторону неплохо было бы, да? Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Что-то не так. Да. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Ой-ой-ой. Никто не смеет мне приказывать. Блин, потерял одного. Говори, глупец. Во славу тихо, плети. Тихо, я не хочу второго-то терять. Ну что еще? Наконец-то. Исследование завершено. Говори, глупец. Тихо. Полегче. Блин, жалко, что я воскресить-то не могу. Которых уже навсегда можно опять. Во славу плети. Так. За короля мертвых. Вот так-то лучше. И не надейся на быструю смерть. Никто не смеет мне приказывать. Что-то не так. Полегче. Я к вашим услугам. Слушай, да, сейчас. Мантия ученого. Говори, глупец. Так, у меня катапульты исчезли, нахрен. Во славу плети. Меня сожрали они все, всех перебили. Суки. Нужно больше золота. Так, едем сюда. Еду. Угу. Чего? Давайте. Это у нас. Никто не смеет мне приказывать. Отряд номер 3. Мало. Мало. На нас напали. Нужно больше золота. Давай, 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 давай. Лига чародея. Я заставлю тебя страдать. Фростморн. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Я размышлял. Да. Разумно. Что-то не ну так. Что еще? Давай, 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 твоя давай. Душа принадлежит мне. Вот так-то лучше.
Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Наконец-то. Давай-ка сюда. Ты узнаешь, что такое боль. Во вот славу этих надо плети. Гасить, они в барашков превратят нахрен потом. Я заставлю тебя страдать. Фростморн жаждет крови. Жителей Кириндора держат этих зверей в клетках. Ставят на них разные опыты. Если нам удастся освободить их, они доставят нашим врагам немало хлопот. Наконец-то! Так, с этой стороны он. Сейчас выхренаем их. Чтоб, не дай бог, там сзади не зашли потом. Вот так-то лучше. Так, все, идем. Никто не смеет мне приказывать. Так, и еще двоих. Где прольется моя кровь? Я к вашим услугам. Во славу плети! Так. Чего? Ну что еще? Да иду. Так. Теперь это никто у нас. Никто не смеет мне приказывать. Три. Это у нас четыре. Так, там вроде всех выманили. Полегче. Оп. Говори, глупец. На. Вот так. Не пускайте. Фростмор. На. Фростмор жаждет крови. Во славу плети. Вот так. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Ты чё, падла? Я заставлю тебя страдать. Вот так. Издалека, все верно. Говори, глупец. На. Никто не смеет мне приказывать. И не надейся на быструю смерть. Полегче. Фростмор! Ой-ой-ой, на нас нападают, подождите. Сельчане. Наконец-то. Ой-ой-ой. Вот так-то лучше. Тихо. Говори, глупец. Ну что еще? Во славу плети. За короля мертвых! Ну подожди ты. Наконец-то. Полегче. Ты узнаешь, что такое боль. На. Вот так. Никто не смеет мне приказывать. Ни хрена ты. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Во славу плети. Вот так. Легче.
Фростморн! Вы пока там гасите, это пока пушку пусть гасят. Наконец-то! Никто не смеет мне приказывать. Так. Склоняюсь перед вашей волей. Подожди, вот. Ваша воля исполнится. Я размышлял. Ну что еще? Давай. Это в первую очередь надо уничтожить, чтобы не вылез нахрен. Так. Ну-ка. Мне надо бы еще тележку. Никто не смеет мне приказывать. Все, чиним. Меня звали. Говори, глупец. Что-то не так. Да, сейчас. Никто не смеет мне приказывать. Приступаем. Я к вашим услугам. Ну что еще? Вот так-то лучше. На. Никто не смеет мне приказывать. Ты узнаешь, что такое боль. На. Говори, глупец. Какое-то заклятие наслали. Никто не смеет мне приказывать. Все, ждем. Что у нас с деревьями? О, деревьев-то нормально пока. Что у нас тут? 5000. Ну пусть качает пока. На нас напасть. Стройка завершена. Ну что еще? Ай-яй-яй. Во славу плети. Кого-то не хватает у нас, да? Наконец-то. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Ну давай, давай. Ну неплохо вы лес-то таскаете. Ну правда, тоже еще осталось. Угу. Исследование завершено. Давай, вот поближе. Угу. Или здесь ближе? Угу. Где ближе-то? Угу. Так, мне еще надо кого тогда? Нужно больше золота. Будет тебе золото. Чего желает мой повелитель? Исследование Слово завершено. Я жажду служить. Нужно больше золота. Ну, да, иди тогда повелитель. Туда. Давай. Так. Вот он стоит, это в обход нам в любом случае надо. Это пульты вроде бы не дотягиваются. Или дотягиваются. Ну-ка давайте попробуем. Я сохранился, все равно же.
Ну подожди, подожди. Сможете? Нет, не смогут. Блин, блинский. Подождите, у меня же... Ну-ка, вот на этого же не действует. Постройка завершена. А, на этого-то не действует, ну. Исследование завершено. Давай сюда. Где прольется моя кровь? Никто не смеет мне приказывать. Вот сюда отойди. Вы будете... Говори, глупец. Отряд 3. Вы будете отряд 5. И подождите, к вам сейчас еще придет. Придут. Вы звали меня. Время пришло. Так, отсюда мы тоже не достанем. Надо посмотреть, что нас ожидает. Ты за нами пойдешь? Источник. Какой только источник. Исследование завершено. Не посмотрел. Потом вот так, вот так. И вот здесь, наверное, проход будет к нему. Так, ладно. Никто не смеет мне приказывать. Так, я не понял. Ну что еще? Так, машины починены. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ой. Никто не смеет мне приказывать. Да иду. Это что там делал? А, в ближайший таскать, это ближе, все, понял, что делать. Ну ладно. Я размышлял. Ну что еще? Во славу плети. Давай, туда прорываемся. Исследование завершено. Наконец-то. Встаем здесь и обороняемся, держим оборону. Фростморн жаждет крови. Так. Во славу плети. Вот так-то лучше. Тихо, тихо. Наконец-то. Фростморн быстрее, жаждет быстрее. Крови. Фростморн. Полегче. Неправильно, вот так. Говори, надо. Глупец. Я к вашим услугам. Давай. Хренакайте его быстрее. Второй волшебник мертв. Остался еще один. Вот так-то лучше. Я размышлял. Так. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое боль. Ну-ка, кто тут? О, ну в отряд пойдешь. Так. Наконец-то. Вы сюда. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Мы знаем, мы уже подготовили.
Еще один золотой рудник. Так. Примерно так это все будет выглядеть. Говори, глупец. Блин, напряженный такой момент. И нежить-то туда не пошлешь. А эти-то ни хрена еще тоже. Никто не смеет мне приказывать. На. Я заставлю тебя страдать. Вот так. Что, магия, говоришь, не действует? Ну что еще? Что-то не так. Говори, глупец. Так. В этом склепе волшебники хранят множество магических предметов. Разрушь его, и мы сможем сразиться с ними их же собственным оружием. Давай. Я не могу взять это. Флейта. Ну что еще? Этого не завершено. Говори, глупец. На нас напали. На. Никто не смеет мне приказывать. Блин, блин, нас не досмотрел. Я размышлял. Бум. Получай. Ну что еще? Охренеть. Полегче. Твоя душа принадлежит мне. Говори, глупец. Ну что еще? Так. На починку давай. Золотой рудник обрушился. Давай. Жизнь за Нерзула исполню с радостью. Так, а я пока себе тележки закажу. А вы лечитесь, давайте. Легче. Никто не смеет мне приказывать. Так. Смотрим, что там у меня тут такое. Меня звали. Повышение скорости маны героя окружающего дружества войска. Говори, глупец. Тут вроде повышение ловкости на одну единицу. Я размышлял. Ой. Иди-ка сюда. Выбор. Да, сейчас. Ну там амулет маны бери. Так, это мне потом сюда надо будет идти. Тьма зовет меня. Разумно. Где прольется моя кровь? Так, у меня больше нету тут нигде. Золотишко-то. Так. Ну, нормально выкорчевывается. Чё с моими тележками? Мертвые ждут. Такова воля тени. Вот так. Давай, колдуй. Я так думаю, тебя там где-нибудь поставить пока. Так. Меня звали. Полегче. Ну-ка. Ну что еще? Давай-ка посмотрим.
легче. Вот так. Ну что еще? Давай. Полегче. Во славу блядь. Размышлял. Фростморн жаждет крови. Живые наконец наступают. Ну что еще? Опа. Вот так-то лучше. Не ожидал, да? Фростморн! Вот так. Никто не смеет мне приказывать. Что-то не так. Решающий выбор. Говори, глупец. Ты вот так, вот так, вот так. Что такое боль? Хренач, хренач. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Говори, глупец. Что ты не так? Меня звали. Говори, глупец. Точно. Тихо. Полегче. На. Еще ну, немного. Еще? Давай, я не могу уйти, пока не расхреначу здесь. А то все будет бессмысленно. На нас напали. Я к вашим услугам. Все, 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 уходим, уходим. Говори, глупец. Так. Чего желает жизнь, мой Замерзула? Да свершится. Давай, предначерт. Иди сюда. Я размышлял. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Иди сюда. Иди сюда. И что у нас получается? Полегче. Отряд номер 3. Наконец-то. Что-то у меня еще магия какая-то, да, у тебя? Кровожадный. Ну что еще? Ждем. Вот все, все заняты. Я жажду служить. И этот тут присосался. Да, повелитель. Никто не смеет мне приказывать. Ага. Вот так. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? На. Дурачки вы, дурачки. И не надейся на быструю смерть. Никто не смеет мне приказывать. За короля мертвых! Ну-ка. Вот так. Все. Полегче. Сейчас мы здесь все расхреначим. Что мне делать? Что хочешь? У нас пока все идет нормально. Конечно, убьешь. Меня никто не смеет мне приказывать. Наконец-то.
чего желает? Золото, мешок. Еще бы без радости ты выполнял. Полегче. Все хорошо, все прекрасно. Сохраняем. Перепети жизни передряг. Никто не смеет мне приказывать. Так, а где у меня? Жду приказаний. Что-то не так? Мертвые служат тебе. Понятненько. На нас напали. Полегче. Да. Вот так-то лучше. Я к вашим услугам. Вот это. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. Господи. Вы серьезно, что ли? Наконец-то. Давайте. Ну что еще? Постройка завершена. Ой, бы там еще были такие же. Так, постройка завершена, ну все, работаешь. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Вау. Давайте иначе второе. Фундук. Ну. Пауки. Отряд номер 5. Охренеть. Говори, глупец. Так, тут что, деньги идут? Ну-ка, давай посмотрим. На. По пауков-то ладно. Никто не смеет мне приказывать. Вот так. Фростморн! Давай! Наконец-то! За короля мертвых! Ты узнаешь, что такое боль! Вот так! Говори, глупец! Вот так-то лучше!
Да нифига. Никто не смеет мне приказывать. На. Я говори, глупец. Во славу плети. Блин, а что, все? Мне миссия закончена? Смотреть на тебя, Артес. Я избавлю тебя от боли, старик. Я же предупреждал. Ваши фокусы меня не остановят. Не. Книга твоя. Ну, такая бесячая миссия сейчас будет. Это пипец. Скоро волшебники соберутся для последней атаки. Ты прав. Я начну обряд на закате. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже только в следующем видео. Пока!